Крытый футбольный манеж в Рязани открыли в конце октября 2023-го. Долгожданного события ждали 2 года. До этого юные спортсмены тренировались на стадионе «Спартак». Сейчас на самом крупном манеже в Центральном федеральном округе. По словам самих спортсменов, этот комплекс удобен тем, что играть здесь можно в любое время года и в любую погоду. Кстати, ребята уже могут похвастаться впечатляющими результатами. Команда спортшколы «Олимпиец» 2009 года рождения заняла 1-е место в турнире MCL Pro. Ребята все получили огромный опыт, они счастливы, и счастливы еще, наверное, может быть, неделю будем радоваться. 8 играл, да? 9. Выиграли 8. 8 выиграли, да, на втором туре потерпели поражение, ну и дальше сделали выводы, разобрали соперника и, так сказать, поехали вперед на полную ходу. Результат отличный, молодцы. Глава региона вручил подарки игрокам, проявившим себя на турнире. А всей команде футбольные мячи, пожелав ребятам дальнейших побед. Губернатор ответил, мне приятно. Около 7 лет я занимаюсь футболом. На данный момент планирую, естественно, с футболом. И ничего, кроме футбола, у меня сейчас в голове нет. Наша задача, чтобы они, в первую очередь, развивались. Настраиваем всегда на хорошую игру. Чтобы ребята выкладывались по полной, старались. Стараюсь их мотивировать, опять же, на 100%. Конечно, дело не только в мотивации, но и в регулярных тренировках. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России по футболу. Соревнования пройдут уже в конце мая. По словам министра физической культуры и спорта Владислава Фролова, загрузка манежа на данный момент составляет 90%. В ближайшее время здесь начнут работы по улучшению освещения и установке видеонаблюдения. Есть даже планы на перспективу – увеличить число посетителей для дальнейшего развития манежа. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».